Опять очень непростой матч с аутсайдером. Что сегодня получается? Опять на последних минутах чуть было не пропустили роковой мяч. Ну, не то, чтобы даже пропустили, подарили опять сопернику. Там ничего такого. Гитарь выбил мяч, наверное, чуть не разобрались все-таки. Сам там тяжеловато играть, все-таки погода душновато. Может быть, где-то немножко сил не хватило, но там видели, после пропущенного гола голландцев, команда сразу мобилизовалась, да, создала несколько моментов, что в итоге, наверное, напрягала их не оборону, в результате защитник ошибся, привез пенальти, и благодаря этому выиграли. Но хочу отметить, что спасибо тем людям, которые все-таки не отворачиваются от команды, а приходят все-таки. Вы сами видите, что количество болельщиков на трибунах неизменно тает, как снег весной. Но надеюсь, что со игрой мы будем как-то возвращать. Я думаю, что по сегодняшней игре, там, по самоотдаче, по желанию, там претензий к нам не было, и вы сами видели, что порой проходили неплохие там розыгрыши мяча, там и стенки, и забегания, и пас на третью. И я думаю, что все вместе мы, болельщики, руководство расплатиться и вернуть болельщиков у нас на стадион. Тяжело играть, вот когда такая вот атмосфера вокруг команды? Ну, вы сами видите, что мы приходим на стадион, и есть единица людей, которые действительно жаждут команде не победа, поражение, выкрикивают всякие оскорбления, но что это наша жизнь, нас всегда завидовали богатым и сильным. То есть это российская действительность, ее никуда не деться.